Типова здорова людина має одне велике серце. А от у співака, учасника 7-го X-фактору Костянтина Бітєєва, їх цілих 8. Незвичний проект під назвою «8 сердець» Костянтин разом із художником Павлом Бондарем представив дніпровській публіці. Поєднали незвичним чином музику і картини, а розповідали справжні історії кохання хлопців. Дами і господа, люди і ті, хто живуть, признаюсь честно, я люблю когда? Когда меня всем сердцем где-то ждут. Так вот, я вас ждал. Надеюсь, и вы меня. Беги от меня скорее, не оглядывайся назад. Я в этой жизни потерян, закрыты глаза, иду наугад. Беги от меня скорее, беги, кому говорят. Знай, что я в тебя верю и всегда тебя рад. Ты выбираешь карьеру, я выбираю тебя. Ты привыкла быть первой, я наблюдать из угла. Ты хочешь жить красиво, а я хочу просто жить. 16 лютого в підпіллі Махно панувала романтична обстановка. І причиною тому не минуле свято закоханих. Два хлопці, художник з Дніпра і співак з Петербургу, представили дніпровській публіці свій цікавий проєкт, який поєднує в собі музику і мистецтво. Константина я заметив по телевізору, коли він виступав на X-факторі. Мені понравилась його манера виступлення, понравились його пісні, композиції, і родилась в голові така от ідея для того, щоб создать такое некое совместное выступление, посвященное теме «Восьми сердец», то есть истории девушек, любви. Эта тема, вот, она родилась, можно сказать, спонтанно. И, ну, я люблю такие вещи, которые приходят в голову реализовывать. То есть я посчитал это интересно. Почему бы и не совместить искусство и музыку? Я ему сказал, что есть песня «Восемь сердец». Мы как раз нашли 8 картин. И вот подстроили каждую картину примерно под каждую песню под образ картины, либо картину под образ песни, и все закончим это песней «8 сердец». Восемь разбитых сердец в твоем шкафу. Восемь забытых драм и восемь шуток. Основна програмова, так би мовити, пісня «8 сердець» розповідає про рокову дівчину, любов співака, яка вже протягом декількох років є втіленням справжньої музи. Сначала я написал около 7 песен, и все прям классные. Ну, мне нравятся и многим. Потом на год мы расстались, и я ничего такого интересного не писал. Потом летом мы снова встретились, просто даже встретились, и вроде как начали общаться. Я еще 3 песни классные написал, вот 8 сердец. Я не понимаю, как это происходит, серьезно. Но мы уже решили, что больше не будем общаться, мы уже как бы расстались. Но пока вот такой девушки, которая... от которой у меня возникают такие идеи песен, я еще не встречал. Начал верить в муз с тех пор. Поэтому, читая Маяковского и биографии всех поэтов, ты понимаешь, ну как ты можешь жить с девушкой, в которую ты влюблен, и еще живет ее муж с вами. Ну, втроем же они жили, Маяковский с ними. Ну просто муза – это не та, с которой ты хочешь прожить жизнь, а та, которой ты вдохновляешься и хочешь быть рядом с ней. Ты... рисовал эту девушку, но при этом не хотел быть с ней, при этом тебе нравилось быть одному, правильно? Как раз про тебя. Так про тебя я написал. Это судьба. Ты знаешь эту песню, да? Давай, я буду смотреть на тебя. Меня пьянеть, мой мост в камнях. Я один, как же так? Но я не буду танцевать с тобой. Я не буду танцевать с другой. Мне больше нравится скрывать мир свой и тупо пялиться бокалу стой. Я не буду танцевать с тобой. Я не буду танцевать с другой. Мне больше нравится скрывать.
Картини, представлені в проєкті, це також розповіді про високі почуття, але вже не співака, а художника. Это девушки, которые произвели на мое творчество то или иное впечатление, которые оставили след на моем сердце, в моей жизни, и они для меня являются особыми, какими-то особенными. И мне захотелось об этом сегодня рассказать. Улюбленный жанр художника Павла – портрет. В каждом человеке какие-то индивидуальные черты лица. Я постоянно что-то для себя открываю новое. В природе я такого, например, не увижу. Люди, они разные, они интересные. У каждого свой характер. У природы тоже есть характер, но у нее более специфический. А люди, они познаются, то есть каждый день новый человек, новое лицо. Я люблю рассматривать и люблю изучать. И я как бы себя немножко нахожу, когда что-то замечаю в другом человеке. Когда человек неизвестный, то здесь он познается во время самого рисования. А девушка, которая мне уже знакома, я ее уже познал. Я уже ее полностью выучил. Я просто вот все свои вот эти вот мысли, я их просто вкладываю в картину, которые у меня уже сформировались за вот этот период времени. Чувствуете ритм? Классно.